Стритрейсинг или попросту уличные гонки – явление неофициальное и зачастую незаконное. И если в самом факте вождения нет ничего противоправного, потенциальная опасность таких заездов для участников дорожного движения очевидна. Излюбленным местом для проведения гонок является участок дороги на дублере курортного проспекта. К сожалению, отмечают инспекторы, в силу возраста многие стритрейсеры не желают обращать внимание на обратную сторону своего увлечения. Ведь водители умышленно нарушают правила дорожного движения, подвергая опасности себя и представляя реальную угрозу для окружающих. Только за 8 часов сотрудники полиции проверили 385 автомобилей. За различные правонарушения было составлено 226 административных протоколов. Среди них тонировка не по ГОСТу, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, неиспользование ремней безопасности, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима. В отдел полиции Центрального района доставлено 43 человека. Два автомобиля эвакуированы на специальную стоянку из-за несоответствия техническому состоянию.